Я сказал Вике, Мише, Аркадию и Диме, что сейчас придет им посылка. Посылка придет в Телеграме, дамы и господа. Это будет... Ой, это что-то будет. Надеюсь, они смогут это открыть. Так, Миша вот уже открывает еще, посылку. Понимаете, архив содержит еще один у архив. Миши преимущество. Я рекомендую вам донести сведения до остальных участников. Need to watch. Need to watch. Так. Потом следующий архив называется We Love Puzzles. Да-да-да. We Love Puzzles. Так, окей, we love... хорошо. Я так понял, We Love Games наигрался в эти игры. С Даркнетом, Dead Signal, вот это вот Welcome to the Game 2, там нечто подобное было тоже, да. А тут еще один архив, ничего себе. Следующий архив называется Virus. Ну, типа, якобы он содержит вирус, да? Да не якобы, а точно. Черт, блин, вот и вирус. Вот и вирус. Следующий архив называется From Ben with Love. Что здесь написано? Что же здесь написано? Норм П... Угу. Чат, ты можешь подсказывать спокойно, абсолютно. Ломаем мозг. Заморочился деда. Да нет, на самом деле. Я думаю, что в чате быстро решат эту типа головоломку. На тебя веб-камеру поставлю. ЮТ, что такое ЮТ? ЮТ это Ютуб? Значит, нам нужно разгадать пазл. Я думаю, что Вика, у Вики есть шанс быстрее разгадать, у Аркадия и у Димы Бейл, потому что они этим всегда занимались. Что же это такое? Денис, блин! Ну, блин, ну? Может быть, он с ума сошел? Может быть, я и с ума сошел. Я не придумал игру. Именно поэтому я заговариваюсь, слова путаю. Именно так, именно так. Я сам very excited. У меня язык заплетается. Я так нервничаю. Я надеюсь, что кто-то все-таки разгадает. Кто-то увидел здесь слово run, бег. Но почему это с большой буквы написано? А вот почему, Дима, почему? Где важно написание большими и маленькими буквами? Сверху вниз. Значит, что здесь написано? Норм. Норм. PL. Так. Мутми. Аркадий уже переворачивает в редакторе. Фотошоп открыл. Вот это я понимаю подход. Вот это я понимаю. Но не настолько все заморочено. Ага. Как это? Я думал, что это слово какое-то. Слово какое-то, это а в чате слово, уже разгадали. Но больше всего мне нравится вот этот подход. Он большой молодец. Сразу видно, основательно. Хорошо. ЮТ, что же значит ЮТ? В чате угорает. И набор картинок. Здравствуйте, уважаемые участники легендарной сложности. Добро пожаловать на второй выпуск второго сезона. Господи! Что? Господи, ну это что? Вот этот... блять, я понял, кажется. Это вот судя по его роже... Вот давайте, я не знаю, судя по его роже, это вот этот квест про этого, что ли? Ну? No. Про байкера? Ну? No. К слову, поздравляю вас с прохождением первой загадки. Зона загадки. Если вы справились сами, вы большой молодец, у вас есть все шансы пройти сегодняшнюю игру до конца. Если нет, если вам помог чат, то у меня для вас плохие новости. Вам придется прямо сейчас чатик перевести в режим только смайлики. Чат, прости. Я прошу тебя выключить все донаты, переподписки, если там может твой зритель что-то написать. Или даже донаты хочешь, да, чтобы я выключил? Да, конечно! Вообще. Извини, я все компенсирую. Точно. Зритель что-то может написать. Мы не сможем стартовать, пока один из участников не разгадает эту головоломку. Ой, я не вижу алгоритм. Ой, я не пройду тест на IQ. Ой, какой кошмар. Че, да как игра пишется? А, во-во-во. Вот видите, я... Блин, короче, это ГГ. Я просрал еще один ЛС, ребята. Я тупо просрал еще один ЛС. Потому что, видимо, без чата я даже игру не скачаю. Если ты первым пройдешь этот квест... Опередишь своих как игра оппонентов, называется. Соответственно, ты и герой. Ты получишь те самые 7 очков и будешь самым крутым байкером на Твиче из банды Харьков, конечно же.
Если у тебя возникнут какие-то проблемы, трудности, ты можешь зайти ко мне в Discord. И я смогу тебе подсказать, направить на путь истинный 6 раз ровно. 1, 5, 4. Запомнил, да? 6 раз. Но если ты найдешь персонажа, который играет в ножички, и убедишь его поиграть, я дам тебе еще одну подсказку. Если ты победишь его в ножичках, я дам тебе еще 2 подсказки. Итого 6 плюс 3. 9 подсказок на всю игру. Это с мог. Меня, если они где-то застопорятся. Ой. Запах бетона. Или вкус бетона. Здравствуйте, Дмитрий Бейл. У вас уже проблемы. Давай, что ты думаешь, что это значит? Понял, братан. Выглядит как загадка или головоломка. Так. Давай попробуем разгадать. Давай. Попробуй переставить буквы. Попробуй переставить буквы. Ну, переставь. Попробуй, какие комбинации. Вот что, какие слова они могут сочетать. Нужен код расшифровки. Алгоритм расшифровки. Вообще-то есть всякие всевозможные. Если нам распознать, сдвиг. Понимаете, возможно, это самый простой метод шифровки. Просто сдвиг на определенное количество букв по алфавиту. Как вы думаете? Во-вторых, давайте вот так определяемся. Я такой говорю, сюда вы пишете yes. Уже механика пошла. Подсказки нужны, но нам нужно выработать язык, понимаете? Хорошо, уважаю. Нет, я не против такого. Я не против, так интересней. Это сложнее для чата, но... Какой язык жестов, чтобы... Чат, наверное, уже вопрошает, мол, а почему эта игра? Игра 95-го года, мы же такие молодые, опять этот дед что-то выбрал неинтересное. На самом деле это мультик, это даже больше мультик, нежели игра. Интерактивный мультик. Да, интерактив порой сложный, но... Я хочу вам рассказать историю о том, как я вообще начинал стримить. Было это лет 13-14 назад. О нет! О нет! Ну я не уверен, что все будут соревноваться. Ему уже подсказывают посредством донатов, а Аркадий генерирует контент. Вполне вероятно, что процесс разгадки у Орка будет даже интереснее, чем весь выпуск по нашему квесту. Играть мы сегодня будем, для тех, кто только что подошел, Full Throttle. Не печалься, это только начало. Также я... Рэп. Прошу тебя выключить. Вас тоже бесит реакторы, которые ставят паузу каждую секунду. Все донаты, переподписки, если там... Ты охерел? Всем пока, чуваки, сейчас будут донаты отключать. ББ, лоха, ищите другого. Вырубай, я сказал, вырубай. Да и вырубаю, вырубаю. Чё она себе думает? Все бабки себе хочет за карман. Ротал ремастерд, конечно же. Блин, вообще такая подстава. Есть такой, говорит, я, короче, вам пришлю посылку. Я думал, ничего себе, вот это благородно, он подарит нам всем игру. Нет, соси жопу, покупай себе этот Full Throttle. Черт его дери, еще деньги трать. Сейчас посмотрю, сколько у меня тенге хоть хватит. И 400 русские не поддерживаются. Ну, спасибо, и что? Может, сейчас Денис нам скажет, вырубай русификатор, вонючий, вырубай русификатор. Играй игру as is, как бы native language, understandable, блин. Comprehendable, ядрёна вож. Так, русификатора нет. Ладно, я поставил качаться. 2400 тенге. И донатов нет. Спасибо. У меня есть вопрос. Вот давай, у тебя в блокноте, конечно, на видео, да, был член. Это я сразу понял. Я сразу членов понял. В игре не будет, а вас не забанят. А вот, да. Нет, вопрос-то в другом. Я думал, это гусь. Это чему слепок. Остальное? Ушастый. Чему остальное, помимо членов члена? Членов все ясно, да. Он, я его спрашивал уже, он не отвечает. Ну, была голосовая подсказка в конце, можете пересмотреть, она вам поможет. По поводу цифр вы поймете, как их можно использовать. На член, окей, внимание, это банан на самом деле, с апельсинами не обращайте внимания. И... Блин, я пошел. И картинка, которую вы разгадывали в начале, она тоже вам поможет, вы поймете, в какой момент сами. Играть пойдем? Да, если вы готовы, если вопросов больше нет... то мы можем начинать. Вопросов нет, как и донатов. Жаль. Но нет. Зато, я уверен, потом прилетит в таком количестве. Теперь! Так, у меня есть вопрос. Да, слушай. Денис, что сегодня ел?
Я сегодня ничего не ел, чтобы быть бодрячком. А как погода? Погода, не знаю, я не выхожу из своего логова. Ну, вообще там в бассейне теплая водичка на улице. Ну что, вы ты готовы? А ты все достопримечательности посмотрел? Да иди в жопу, давай начинать уже. 19.07, люди с работы подожди, пришли, они секунду, ждали секунду, этого секунду, неделю. Секунду. Ну так. А куртка у тебя 19.07. А ты что, ты её с собой типа привез? Он специально оттягивает время, чтобы записать все цифры. Да он спроси вон у Вики, она уже все переписала. Может, она поделится. Он реально пишет цифры. Да. Миша, 154, член 492. Желаю вам отличного просмотра и времяпрепровождения. Спасибо. Давай, я вас раскидаю. Да, нажимайте. А мы удачи, байкеры. Удачи. Поехали. Спокойной дороги. Поехали. А у меня все по-английски, ёб твою мать. Миша, зайди в настройки и выключи комментарии. А что за комментарии? Что это за помощь? Ты в настройках нажал комментарии включить. Выключи их и перезапусти игру. В настройках. Господи. Я слышу на заднем плане. Когда я думаю о Марин. Дурило. Ну пиздец! Да ладно, я пошел играть, короче. Ты даже должен их отключить. Я не знаю, где они. Там сидят какие-то мозгоебы, и что-то там мне, блядь, воздуха. Не переживай. Ну нажми еще раз New Game. Пожалуйста, не теряй время. Нажми еще раз New Game. Там уже пол игры прошли. Никто ничего не прошел, все нормально. Опять эти, Тим говорит, козел этот, ёб твою мать. Ну нажми на А, нажми на К. Чё ты там нажимал? Я нажал на А, я на все нажал. А, вот, все, нашел. Нахер я воткнул вообще, господи. Все, я пошел. Перетащи-ка меня. Все, а можно это скипнуть? А ладно, я скипнул уже. Все, давай. Разобрался. А там комментарии разработчиков, они вообще все говорят. Как они игру делали? Что нужно сделать на конкретной сцене? Full Throttle. В главных ролях Денис, We Love Games. Денис, We Love Games. И Денис, We Love Games. Ивент подготовил для стримеров Денис, We Love Games. Блин, теперь понятно, почему эта игра проходит за неделю. Тут, блин, титры на 3 дня, походу. Вы записываете, чат, все, что пишут на экране? Это же подсказки. Хорошо, главное, чтобы не наи. Так, ну я так понимаю, 4 часа просто сидим и смотрим мультики. Чем может быть лучше? Просто чилим и наслаждаемся. Можно было бы с чатиком пообщаться, да какие-то что-то они не пишут ничего сегодня. Я 20 минут сидел в детстве, я не мог пройти эту локацию, я не понимал. Вика прошла за 10 секунд. Жесть, я нашла деда. Молодец, вот точно знает, как... Да и это тоже знает. Нас выкинули в помойку. Какого черта? Есть! Браво, молодец. Сюда, я вернулся, твари, контент-генератор снова здесь. Поехали. Дима тем временем выезжает на серый надо, бетон. Типа, как-то это... А здесь надо драться. А здесь надо драться. Байкер рвели. О нет, мы потеряли колесо. У Димы уже есть шланг и канистра. То есть он может где-то горючку найти и заправить... На нахрен! Как он это делает? Откуда он знает? Я неделю сидел на этом моменте, пока мне отец не подсказал, который ночью играл в эту игру. Послушай, я должен обнаружить засаду. Засада? Правда? Где? То есть засадить должен, не поняла, что ли? Ничего себе шутки, вот это да! Засада. А, слить у них топливо, давай, подожди. Шланг здесь не... канистра здесь не поможет. Сейчас будет очень важный момент. Горючку надо будет... отсосать. Чат пытается подсказать посредством смайликов, посмотрите. Не понимаю. Вот оно и началось, вот эта вот пробуксовка. Да господи, мясо. Мясо существует не для этого. О боже мой, а что ж ты хочешь, что здесь надо комбинировать чего? Шланг здесь. О боже мой. Да что ж делать-то? Если ты есть Бог, сука, помоги! Хранители чач всех обнял Может. Я ни к чему не притрагиваюсь, что не хочу болтать. Боже мой, хватит звать меня тупым. Не получится. Вы не помогаете.
Вы не помогаете. А чат там развлекается над бедным Михаилом. Вы не помогаете, вы понимаете? Вы не помогаете. У него до сих пор нет горелки, а чат ему тоже показывает. Какие вы нетерпеливые, однако. Хорошо, чат, давайте так. Давайте мясо. Давайте разберемся с мясом, хорошо. Давайте наладим коммуникацию. Значит, смотрите, мясо. Омега-лул — это вот эта башня. Трейлер — это Not Like This. Это вот локация с бензином. Это... Какие смайлики есть? Покчамп. И это локация с чувихой. Это пускай будет... Not Like This. Я на Not Like This. Я не убиваю. Мясо. О, твою мать. Неужели мне надо первую подсказку брать? Это просто какой-то кошмар. Ну ничего не работает из того, что я хочу. Есть еще какие-то варианты, нет? Да, я сосал. Да, я сосал. Да, я сосал причмокер. Мясо. Да, я сосал. Сосать! Сосать! Точно! Ёб твою мать, сосать! Сосать! Мем им подсказал. Так. Господи. Шланг здесь не поможет. Подожди, сосать! А как сосать-то? Я пытаюсь сосать! Не, канистру сначала поставь, ну ёмкость! Точно! Этот парень пиздец. Блять, вот надо было открыть эту хуйню! Открыть, оказывается, надо! Я и забыл, что она открывается! А сосать-то как? Да куда ты, ёб ты! Он слишком туп, чтобы быть такой тупой. Видимо, он есть хитрый гений. О, боже мой, давай, давай, отсасывать-то как? Жень, уйди, пожалуйста. Уйди, пожалуйста. Я не понимаю, он стоит что-то и так смотрит, что он хочет мне что-то подсказать. Может, с вот этим окном я могу еще что-нибудь сделать? Собака гавкала, точно. Все, молодцы. Все, ты умница. Я надеюсь, я она... Я надеюсь, вам очень стыдно. Я надеюсь, Вика... что им стыдно, а ты все-таки получаешь удовольствие от того, что разгадываешь все эти головоломки. Также аплодисменты. Сейчас я еще пойду в ту сторону поругаюсь. Давай, я иди. Очень расстроена. Чем она расстроена? Это она с мужчиной так, да? Со своим? Тявкающая дверь. Это понятно. Слова переводитель. Тявкающая дверь. Тявкающая дверь. Они посредством мемов пытаются хоть как-то намекнуть. Во! Пошло! Открывай дверь! Вот! Тарков! Он не смотрит на экран! Он не видит! Он не видит! Он что-то делает! А если ну вы пытались, вы молодцы! Это уже аплодисменты аудитории Миши Джуса! Я выбью дверь! Вы гений! Вы выжимаете максимум из того, что у вас есть! Я вас сейчас тут всем устрою, охреневшие! Кто Женя сказал, что смайликами, чтобы он подсказывал? Ебал, подъемный кран. А, надо подъемный кран, точно. Он хочет захватить Corley Motors, Бен. Продать все иностранцам, выгнать рабочих и начать делать микроавтобусы. Микроавтобусы! Микроавтобусы! Сукин сын! Мне нравится реакция. Он должен отомстить за меня, Бен. Она думает, что это мини-игра на реакцию, наверное. Я тоже так сидел. Я тоже так сидел. Да-да-да. И эта игра, тут все гуманно, не надо давить собаку. Даже для 95-го года это было бы слишком. Как долго она так сидит, скажите мне, пожалуйста. Она же сгорит, я же знаю Викторию. Она же сгорит. Миша, как дела? Вверх теперь, вверх. Все, нахрен, выходим, выходим. Нет, да блять, да ебаный рот, нахуй, нахуй ты, сука, нажал ты на эту кнопку, блять! Поднимай теперь, говно это! Канистра здесь не поможет. Да ты издеваешься надо мной! Издевается! Вот. Ну, представь, что это иммерсивный симулятор! Шланг. Реалистичный! Соси! Мой шланг, ты просто заколебал, ну что не так, куда? Видимо, этот стрим Орка также шланг, разойдется на шланг. Мемы, которые потом шланг будут клеить на наших экранах. Шланг. Давай! Во! Он сосал зеленый шланг. Ему подсказывают, ему подсказывают, ему нужно пройти к баку, где игра начиналась. Я тоже должен ехать туда, но эти свиньи будут рыться как в навозе всю ночь. Как поэтично. Очень токсично в отношении Electronic Arts. Многовато вернулось на место преступления.
Они скоро будут возвращаться по этой дороге. У меня идея. Быстрее. Ты меня посвяти только в свою идею, а то я не очень понимаю. Ты мне поясни про идею. О, нет. Он мне не пояснил про идею. У орка отключен звук в мемах. Сейчас подскажу. Хорошо. Аркадий. А, господи, твою мать! Извини, пожалуйста. Ты понимаешь, что я дед умирающий твоим голосом заговорил? Дед говорит, моим голосом заговорил. Умирающий дед. Мастер Каламбуров! Аркадий подкастер. Так, может, с этим перетрем, как раз подсказку получим. Двух раз недостаточно. Да и трех тоже. Даже водителям. Да и четырех. Да и шести раз, наверное, недостаточно. Ладно, все. Ничего не будет. Я не похож на убийцу. Да, да это же идеальная я подсказка! Думаю, что от этого улучшится аппетит. Да эй, это же идеальная что? Подсказка! А? Как? Я немножко как вы вообще до этого дошли? Ладно. Я поражаюсь, это мегамозг! Это круче GPT! Твою мать, что тут делать-то? Слушайте внимательно, ведь я повторю. У монитора нет ручек. И пока Миша пытается понять, как убедить, Аркадий все-таки убедил! Черт. Убедил! Ничего не так, все сделал уже. Мастера ножей так сыграть что? В игру, а это значит, что мы начисляем ему одну подсказку. Давай, итого у него 7 подсказок. Если пройдет, мы ему еще 2 подсказки бонусом начислим. Вот показывают, как надо. Понял. И все. Раз, два, правильно. Раз, два, правильно. 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 Да. 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 Порядок. Есть! И еще 2 очка! Да хрен ли хм, это мое лучшее. Да! Давай, сделай же, проткни этот стол насквозь! Да господи! У тебя 9 подсказок, поздравляю! Почему? Игра может, конечно, продолжить, потому что он сказал порядок. Ты прошел. Он сказал порядок? Да. Да. Он реально сказал порядок, я что-то подумал, какой-то бесчувственный. А это что? Кровать. Без Мони интересно. Что? Ах ты жук, ты уже ее хочешь. Ах ты засранец. Без Мо, говорит, неинтересно в кровать. Так, ладно, это хорошо. Вика Картер убедила. Значит, она хочет подсказку. Уверенность в глазах. И мне неведом страх. Хочу увидеть шланг зеленый на своих губах. Я байкер. Он хлебает дерьма! Вот такой вот он байкер! Не может найти нифига! На своей тарантайке! А что мы делаем? Что, куда? Не! Вы этого не видели. Да охереть, как он меня сбил-то? Я дубинкой охеренно его бил, он мне обычной деревяшкой. О! А, подожди, это картинка. 2 руки, цепь. Цепь нужна против этого ускорителя. Рука против цепи. Вот оно что, против деревяшки? Господи, я так рад, что эта идея посетила меня, и я ее решил реализовать в последний момент, потому что я думал, что, наверное, это будет душно для них слишком. Нам нужна деревяшка. Я очень рад, что ветеран, как орешки, щелкает эти подсказки. Молодец. Фиксируем, стримит за Вику кресло. Мы участника такого не допускали. Это штрафное очко. У Вики теперь 6 баллов. Нельзя пользоваться подсказкой кого-либо. Кресло в том числе. Я изобью вас всех, байкеров. Всех! До единого! Да ну что? Да куда ты сразу-то падаешь? Да что ты? Да ты что, руфлер, что ли? Ребята, это на самом деле интересный лесс в том плане, что мы до сих пор не знаем, кто победит. Как минимум, да все 4. В одном биоме, в одной локации. Уехал. Ну, лучше там с управлением нюансы. Отсюда. А Миша, кстати, справился, походу. А, не справился. Нет, стой, а его прицепить-то надо. Погоди. Синхронизировались, ребят. И Аркадий подкастер въезжает в пещеру также. Да какой свалить? Развернись. Великий сосулька славы не существует.
Подожди, он же зацепил, при мне зацепил. Да вы посмотрите, что происходит! Эй, да ты чё? Все трое в одной точке! У Вики там что-то прям щепка. Ты бензопилой зарезала! Да! И тут... И тут ее осенило. Блин, чат, быстро открывайте ребус Дениса. Там подсказано, какое оружие после против чего, походу. Супер. Да, я доволен. Я максимально доволен, расплываюсь в улыбке. Мои подсказки работают. Как хорошо, когда механизм работает. Трамплин хорошо. Но нужен еще один девайс, который поднимет нас в воздух, чтобы мы не навернулись, не упали на самое дно каньона. В этот кратер Вики Картер не свалились. Зачем я это сказал? Ну, да, вот. Не самые удачные кадры Вики взяты почему-то Яндексом. Я не знаю почему. А! Простите. Только ей не говорите. Пожалуйста, ей не говорите. Она меня убьет. Она меня убьет. Она меня точно убьет. Я байкер, я своей судьбы не раб. Прыгаю на трап. Вперед, ускорься. Ну ты дурак. Ну что тут делать-то? Ну вы меня просто... Это рофл какой-то. Вы решили меня привести к дерьму, чтобы я стоял на дерьме как дурак? И вы такие, ха-ха, прикиньте, орк такой на стриме стоит, короче, на турнире. И на дерьме все время. Так, ребята, я здесь закончил? Yes. Я здесь не закончил, nine. Я иду отсюда нахрен, простите, чат. Когда вы научитесь объяснять, что нужно делать... Тогда мы и поживем. Я иду к тачке. Вот, вот. Новый маршрут на пути. А, теперь вы ЕС такие, да? Ну офигеть. А на дерьме кто ЕС писал? Ну-ка всем таймачи. Че у него? Цепь, кулаки. Да блин, ну пошли вы в жопу. Нарисовано кулак против цепи. Да блин, тупая земля, сраная гравитация. Что такое подъемник? А, все, наконец-то показало. Он такой крутой, но помните, в его губах был зеленый шланг. Аркадий по-прежнему на первом месте, и у него есть 9 подсказок. Буквально, если он сейчас будет постоянно спрашивать, что делать, он выиграет. Сейчас все будет, чат. Это же долго. Да, слушаю вас. Давай, так, мне нужна подсказонька, используя одно. О, он отвернулся. Ты пытаешься понять, что сделать, да, у продавца? Да. Смотри, тебе нужен кролик, ты должен продавца отвлечь. Попробуй расспроси его про ассортимент товара. О боже мой, я не понимаю, как он отвернулся только что. Он только что отвернулся. Она, у меня достаточно шрамов, напоминающих об этой поездке. Ребят, мне нужно что-то применить на майку. Yes or no? О, это же... Полет кролик, кралькирий. Кралькирий, да, кралькирий. У-у-у. Ну, видимо, не играл все-таки. Потерял всех кроликов. Я хочу жить! Нет, они все мертвы! Ты проядрил всех кроликов! Походу, нужны... Нужны кролики. Еще нужны? Срочно! Готовьте поставку! Я беру опытом. Хер чё поймешь, хер чё просышь, ребята! Я, прошедший эту игру раз 10, и то не понял, что нужно здесь делать! Как ты это делаешь, негодяй? Нас ждет тет-а-тет интервью с Аркадием Подкастером. Так, а я забыл уже план-то, ребята! Я что-то не помню, что там делать-то надо. Что ты делаешь? Левый три не ссать! Ладно, давайте я его обойду сейчас. А, трамплин, точно, трамплин центр, правый 2. Понял, да. Вы не представляете, какое удовольствие я получаю от того, что мы действительно продвигаем вот блин, такие да вот алдовые вот игры говно, в массы.
и посредством харизматичных, классных стримеров можем эту хуету вам показать наконец-то! Она не будет вот так вот забыта! Мы можем ее вспоминать каждый год! Так, подожди, что-то видишь, счетчики идут, а потом как будто останавливаются. Давайте, раз, два... Так, остановились. Нет, не остановились. Не понимаю, не понимаю. Тот самый код, который Денис все это время бахал нам. Так, и что, и как это должно выглядеть? Ну, допустим, 1, 5, 4, 4, 9, 2. Нет, это не оно. Так, раз, два, три. Так, хорошо, ладно. И мне надо ударить определенное количество раз. Каппа. Мне надо ударить в рамках этого цикла. Библтхумп. Ничего нету. Ней-ней-ней-ней-ней-ней-ней. Пошли в жопу. Получилось! Твой черт, вы тебя дери нахрен. Там же видно этот кусок. Надо и Аркаша по-прежнему на первом месте. Собственно, господи. Ничего не произошло. Массовое предложение — это стратегия. Что, черт возьми, здесь происходит? А потом ты пойдешь. Вы думаете, это финал? Вы думаете, это победитель? Второго выпуска второго сезона. Тебе предстоит. И вы, черт побери! Я устрою вы... неправы! Ах ты, мразь! Нас ждет финал! Пятая глава! Что? Адьос, аривидерчи. До свидания. Аркадий подкастер заканчивает прохождение Full Throttle. Собственно, и стрим у него, видимо, тоже отваливается. В тот же самый момент... Пресс F. Давай. Аркадий погиб. Шовку мать запили. Потом тебе бахнули. Камеру вырубай нахуй. Да камеру я вырубаю. Так, у Миши тоже финал. Сейчас стартует пятая глава. Он на втором месте. На третьем месте Дмитрий Бейл. Все те же позиции, что и были до дисконнекта. Так, управление, взлет, полет, приземление. Взлет, готовность. Груз. Открыть люк. Здесь повреждена. Можно, если не знаешь, что можно надолго засесть. Ты издеваешься. А время идет. Машина едет. В какой-то момент она упадет. Вы понимаете? На время. Полет, на время полет. Нужно думать. Пилот. Так. Да. Что там делать надо? А где, где, где? На машине вешу. Открыл вот этот радиатор или что? А, туда залезть можно. Так, я не использовал подсказку. Подожди. Я не... Так. Не использовал. Короче, пока что там делать надо? А, что-то надо делать. Аркадий вообще без подсказок по кайфу. Шасси. Мало того, что забрал все подсказки бонусные, в том числе ни одну не использовал. Вот, чат подсказывает. Первое нет, третье да, четвертое нет. Блять, геометрический, параболический. Взлет мне нужен, ребят. Мне нужен взлет, yes or no. Если мне нужен. Если мне нужен взлет, крылья. Если мне нужен. Блять, да хуй знает, что мне нужно. Короче, взлет мне нужен. Так, основной этот транспорт объявлен украденным. Основная утечка горючего. Основное меню. Меню двигатели. Запуск. Немножко перебор! Назад. Вот это напряжение. Вот это интрига! Два экрана, правда, один зеленый, второй синий. Синий ближе к финалу, нежели зеленый. Да блин, что ты? И еще раз взрывается Аркадий. Если мне нужен. Цель поднять. Тебе нужна подсказка! Подсказка тебе нужна! Если мне нужен взлет, крылья! Но он знает, что ко мне можно обратиться, но не обращается. Все! Блять, да хуй! Аркадий справился! Короче, взлет мне нужен! Я сказал все? Нет, это еще не все! Есть еще! Последний! Крайний! Супер крайний! Пазл! С которым предстоит столкнуться! Что мне нажимать нужно? Тебе нужно нажать take-off, соответственно, приземлиться, видимо, post-take-off, gear и race gear, поднять шасси. А, нет, взлет, наоборот. Взлет? Ты что мне по-английски-то говоришь? Взлет? Он! Уезжает! И это победа! Аркадия подкастера! Это был финальный пазл! Вот он! Вырывается! Из жерла будто бы вулкана! Блин.
Я запуск двигателя и погиб, ребят. Быстрее, поднимайся сюда. Запуск двигателя нажал и умер. И что мне делать? Я не понимаю, что мне там делать. Алло. Алло, да. Я не понимаю, что мне там делать, ёкарный бабай. Где ты стоишь? Да в самом... в этом, где горит все. Садись на байк. Он дал нам силу. Он дал нам крылья. Он дал нам колеса. Спасибо, Малькольм Корлей, за то, что ты дал нам мечту, которая никогда не умрет. Спасибо, Дредхангер. Прощай, Мо. Жизнь с тобой — дерьмо. Поздравления мои еще раз. А также Денис We Love Games. Ой, все, забей. Это на 20 лет. Это ужасно неудобно. Зови Денис. Денис за меня будет машинами управлять, что ли? Я все понимаю, что мне делать. Я не могу говном этим управлять. Они мне мешают еще. Твою мать. Ну, учитывая, что с We Love Games Морг сидит в Дискорде, блядь, он пришел первым. Миша! Ну я понял, учитывая, закончил. Что тут зеленый этот сидит, короче, хрен, значит, что он закончил первый, да? Да, да. Да твою-то мать. Он опередил где-то тебя на минут 5 точно. Ай, сука. Ну вот, знаете, получается, вот сейчас у меня второе место, вы знаете, в третьем сезоне что будет, бля. Да, учитывая, что я как бы в том был на третьем стабильно, да, сейчас на втором получше. Ты амбассадор второго места. Теперь я амбассадор второго места, потом я уверен, знаете, иду к первому. Что, вы прошли уже? Да. Бигмен на машинках сидим. Сейчас, подожди, у меня очень шумит. У меня чел горит на машинке, я сейчас попробую этот момент. Так в смысле чел горит на машинке? Вы прошли, да это ща... у меня чел горит на машинке. Да в смысле у меня горит чел на машинке? Я ему на крышу пытаюсь встать, а потом в костер зайти. А, хорошо. И не получается никак. Не получается? Вик, тебе подсказать? Ну вот я уже засчитываю эту подсказку. Ага, хорошо. Так что мы готовы подвести итоги. Вика допроходит. На третьей позиции у нас Дима получает 2 очка. Миша Джулс на втором месте получает 4 очка. И на первом месте, Аркадий Подкастер, мы тебя поздравляем. 7 очков. Второй выпуск, сезон. Ты проверь, да. Может, я что-то напутал. На данный момент Дмитрий Бейл имеет 3 очка за 2 игры. Арк Подкастер имеет 9 очков за 2 игры. Вика Картер имеет 1 очко, но за 1 игру. Но золотое. Но самое любимое, как говорится. Я имею 8 очков за 2 игры. Денис и Love Games имеет 7 очков за 1 игру. Я надеюсь, что вам понравился сегодняшний эфир. Для тех, кто пропустил, с чего все начиналось, сейчас поведаю историю. Я очень длительное время думал, что я хочу на этом эфире увидеть, и должно ли это что-то быть для зрителей, чтобы им было интересно. Или все-таки это что-то, что должно быть для меня. Но в какой-то момент... сейчас себе договорю. В какой-то момент все-таки вот мое эгоистичное нутро меня пересилило, за что я хочу извиниться. Но были на то причины. Мне хочется показать игру, воспользоваться этим ивентом и показать, рассказать о такой классике, как Point and Click Adventure игры. Потому что, ну, я уверен, что больше... половины, наверное, тех, кто сегодня нас смотрели, впервые ее видели. Все-таки игра 95-го года, кто-то только родился, или компьютеров не было у многих, интернетов и так далее. Я очень рад тому, что ребята справились, они прошли за 4 часа. Я вчера ночью принял это решение, то есть до последнего я вынашивал, я выключил стрим, скачал Full Throttle и пошел проходить Full Throttle, чтобы понять, насколько она все еще нормально играется. Ну, в целом, нормально, хотя были подозрения на тему того, что когда заставки проигрываются, ребята в чате будут душнить.
и скажут, что, ну, блин, камон, мы что, пришли сюда мультики смотреть? То ли дело там, условно, Rust на одном острове взаимодействует, там, в 3D, куча механик, куча ситуаций, которые можно обыгрывать с точки зрения даже комментирования. Я это все понимаю. Но была вот эта вот идея, и чтобы как-то ее еще интереснее сделать, я подумал, а как бы так вот сделать так, чтобы на каналах самих участников услышали мою идею, мой зов, и сделать даже вот подготовительный этап поинтересней. И сегодня, проснувшись достаточно поздно, я как раз сел придумывать сюжет к видео, которое ребята сегодня посмотрели. Причем, учитывая то, что это квест, да, я решил все это обернуть как раз в какой-то квест ИРЛ. Ребята все поняли, все отсылки сочетали, им это помогло в прохождении, поэтому я безумно рад, что все было для них в итоге, ну, почти что очевидно. Это здорово. Это прекрасно.